О, заходи быстрее, заходи быстрее, заходи быстрее. У нас тут опять аншлаг, и уже двое залетели. Не знаю, как там вообще дальше что будет. И опять зашел этот Алекс Зара. Да? И теперь еще. Да, все, теперь и еще заходит Диабло. Вот. И тут прям вот нормальная тема. Ну, пусть даже кто-нибудь уйдет. Еще кто-то заходит! Что происходит? Йоу! Неплохо, неплохо. Уже шестеро. Это прям рекорд. Блин, ну теперь прям реально соревнование, слушай. Да. Прям будет прям вот прям нормально так движуха. То есть можно занять не подиум. Это даже, с одной стороны, хорошо, что Гар не участвует, потому что он теперь свое привычное третье место может и не взять. Оу. Так, упал. Все как-то вот поразъехались. Нормально, нормально, движуха. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, как я встал. Вау! А, спасибо, пацаны! Спасибо, пацаны, я пошел. Пойду, пожалуй, поплаваю внизу. Так. Надо. Слушай, здесь с элементами скилла теста еще, блин. Понятно. Сложновато. Сложновато, да? Да, есть такое. Ну, тут еще и люди. Это прям ну такое. О, пролетел. Пролетел, кто-то пролетел. Блин. Эй, а чё тут? Блин. Чё тут надо на этот наезжать, что ли? Почти! Ты как тут чел запрыгнул? Блин, придется разворачиваться. Воу! Спихнули меня. А ты, оказывается, не единственный умный, да? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Там, в общем, в середине тяжеловато. О, еще один догадался. Стой! Стой! Вы сейчас тоже дойдете до середины. Не, ну я, конечно, буду рад, что если вы пройдете. Почему он правее едет? Говно тупое! Че, тебя скинули? Да. Машка тупая, вот. Я почти возле чека был. А это и шаг тупой просто. Оо, он тоже упал. Он тоже упал этот. Да я его скинул. Он желтый, да? А, это вы упали. Он желтый с разрисовками, как у меня. Да блин, что такое? Так, ну давай попробуем. Балбес. И я тоже балбес, окей. Я вас пропускаю! А я все равно нахер пошел. Блин! Что за фигня? Почему я не могу. Не могу на этой тачке ездить? Совершенно. Я ничего не делал, мне кофе. Ну спасибо. Опять этот Алекс Зара. Зара, Да, в натуре зараза какая-то.
Ни хрена себе ты гоняешь там. Блин, да жесткий. Невозможно тут проехать-то? Да, вообще невозможно. Ну-ка, ща попробуем. Разгон брать? Ага. Ща, подожди, не бери, не бери. А, блин. Да я вас пролечу. А, все, я взял чек. У, хорош. Вау! Ой, что-то пошло. Его почему-то, хоть ты ровно становишься, все равно куда-то правее, левее, вперед. Потому да? Что чеки там неровные. Бусты, вау. Ты хотел сказать. Ой, да, бусты. Гадюка такая, а. Тебя кто спихнул? Там, на машине едет один. Вот, вот этот, спихайте его. Пихайте, пихайте. Пихай его. Да вы что не пихали? Если бы я его пихнул, я бы вас пихнул. Ну и пофиг. Я-то все равно так и начал. Ай, буст, собака. Там уже кто-то на мотоцикле, в смысле? А тут гений один появился. Он задним ходом этот проезжает. Чё проезжает? Бусты. А где именно? На бустах он задним ходом проезжает всё это. А, ну он упал. Чё, получается? Он упал. Не получается же. Я проскочил. Ай, упал. Он уже на гетом. Ой, сори, сори. Не-не, братан, братан, ну ты чё, я на чеке был. Обидно, обидно. Я почти, почти долетел до чека. Надо больше взять, понял. Да блин, опять случайно того спихнул, который... На, от которой за тебя, о, который обогнал. Ты придурок, ты что делаешь? Блин, ну это больше скилл, слушай, чем стенка. Ну. Немного не очень. Да, блин, успокойся. Воу. Эй, эй, вот, вот. Я вас бил, да? Не, ну я почти упал. Хорошо, тормоза хорошие. Ну пролетай быстрее. Ууу, только взял чек. А до сих пор эти до сих пор не догадались, что нужно делать. Что тот чек надо взять. Они респаунятся еще с самого начала. Да блин. Я почти долетел! Ну-ка попробуем, как ты. Оп. Эй! Спасибо. Подпихнул меня чуть-чуть. Мне как раз надо было. Кто там летает? Пять, я уже третий, ё-моё. Воу! Ну чел, это был не я. Да, быстрее. Там его кто-то спихнул, он на финише же был. О, можешь загладить? Оп! Загладили? Нет, я умер. Вау, я тоже умер. Нет. Ну что, получилось? Не получилось? Я умер. Он не загладился. Сейчас попробую еще раз загладить.
Ой, я опять умер, да. Не, не получается. Надо просто тупо ровно ехать, мне кажется, и все. Да, не получится. Стой, 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 братан, стой, братан, нет, нет! Да, в дырку упал. Да, обидно. Угу. Да блин, куда ты? А ты куда ты? Не. Да блин, да как так? Так красиво летел. Левее, левее, пожалуйста. А чё ты вышел? Его и выбросил, короче. Так, ладно, продолжаем без Сани. Что-то с ним случилось, походу, с интернетом что-то. Нет, тебя выбросило. У тебя что-то с сервером. У тебя что-то с интернетом, ты подлагиваешь. Сейчас, подожди. А ну скажи что-нибудь. Ну, все, просто летай. Там ты не поверишь, что там дали дальше. Ты его из команды даже выбросила. Так, ну прикольно. Нет, нет, ну зачем я сказал это? Какое? Это у меня, походу, проблемы какие-то, да? Саня, я задаю тебе один вопрос, и все будет зависеть от того, как ты на него отвечаешь, я тебе могу сразу дать ответ. Задавайте. Да. Давайте. Короче, у тебя приставка по Wi-Fi подключена? Все. Он пропал. Эй. Воу! Саня, я говорю, у тебя Wi-Fi, приставка к Wi-Fi подключена. А до этого? До этого как было подключено? А сейчас как? А чё ты раньше так не сделал? Ну вот тебе и пожалуйста. Ни хрена себе, это опять сейв заслуживает лайка, еще один. Бери этого ее. И этого. Чего? А ну теперь скажи что-нибудь. Говорю. О, все, теперь тебя слышно. А что вы делали? Усмеялись.
Я смеялся, потому что я случайно пацана уничтожил. Всё, теперь тебя нормально слышно, хоть этот на связи будь. Тогда что в следующую карту пойти? Я пойду. Хорошо. Давай, давай. Хорошо. Победа будет за нами. Итак, продолжаем транслировать, пока Саня на перекуре. У нас что тут происходит? Да, я вылетаю. Не, это очень сложно. На танке очень сложно. Я хоть и третий. Но я застрял. Он просто не летит. Как проходить? Как вообще проходили это? Стой, буза. Вы это видели сейчас? Что это сейчас было? Что это сейчас было там сам там? Машина просто вверх взлетала. Надеюсь, мне не одному это показалось. Ой, очень сложно проходить на танке. В общем, я решил не проходить это на бустах. Вот, а если я буду не проходить это на бустах, значит, что? Правильно, до свидания всех, кто мне попадутся. Давай, подождем, пока он проскочит. Мы добрые. О, хорош. Надеюсь, он прошел. Давайте посмотрим. Нет, он не прошел. Ой, бро, сори. Ну ты сам въехал бы сюда. Хорош. Да вы запарили. Туда сюда ездите. Мешаете мне. Не видите, я на танке еду. Мне вообще как бы без разницы. Кто мне едет, что мне едет. Любого отрикошечу. Как много гольфкаров. Много гольфкаров. Возможно, его дают повторно. Возможно. Но не хотелось бы, конечно. Ну да, я проскочу просто. Зачем вы летите? Тоже вы странные такие. Все, хорош, на чеке. Так, только половина гонки. И что мы имеем? Мы имеем... Вот просто... Просто можно... Пролететь все. Лайфхаки в действии, да? А? Это же тоже скилл. Мне кажется, что это все-таки тоже скилл. Но я, правда, не видел, чтобы ребята пролетали это все. Вот расплющено. Да, пробуем пролететь. Хорош. Нет, плохо, все плохо. Ладно, едем как бабушка. Вот. Он решил, кстати... Да. Вот, бедолаг. На чеке пацан был. Он его уничтожил просто. Серьезно. Я очень боюсь, кстати, проезжать по центру, потому что сзади может быть танк. И он может прилететь просто в меня. Так, ну. Так далеко вроде танк не доезжает.
На самом деле, большой аншлаг, если бы Саня не вылетел, конечно. Оу, это было эпично. Вот. О, тут финишировал. Хорош. 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 Ой, еще взорвался. Это весь спектр. Я собрал невезение. Так, окей. Хорош. Это чё? Это был не я. Ой. Чё-то я. Ну такое. Конечно, он на танке на меня летит. Тут не испугаешься. А, нет, не он. Так, короче, кто-то вышел. А, кто-то, походу, психанул. Он, короче, на гольфкаре проходил. Его постоянно... На танке там есть один, он его постоянно спихивал, уничтожал. А. И он устал и вышел, короче, психанул и вышел. Так, а я поеду. Шо? Я поеду. Гардероб супа у меня. Очень узкая жорточка здесь. Ну братан, ну так не ездит. Меня может сзади кое-кто спихнуть. А в итоге я спихнулся сам. Что такое? Во всех. Ты прям костюм хочешь? Угу. Тогда тебе нужно другой магазин. А вы знаете, где он? В центре находится. Я не помню, как он называется. Короче, там есть, знаю, три типа магазинов. Да. И вот, честно, не помню, как он называется, но точно не что-то на S там есть. Что-то там. Это не он. Этот магазин находится неподалеку от этого. Мастерской. Где ты машину тюнишь? В центре города где-то. А, ну тут два возле него. Как называется? Слева и справа. Нет, называется как. А? Понимаешь, что слева и справа. Один называется. Sponsor Boys. Что сейчас было? Чё за мува вообще? А чё там? А чё, надо пешком проходить? В смысле пешком надо проходить? Меня убили. Пешком надо проходить. Что за мувы? Вы чё? Я чё-то не видел, чтобы челики пешком проходили. Или я пропустил чё-то. Хорошо, что на человека буста не действует. Я живой! Нет, не живой. Я не знаю, что сейчас было, но... Да. Помогите! Проскочил, как я проскочил? Я не знаю, как я проскочил. Окей. Бежим. Нам надо на следующую платформу хотя бы. Давай! Давай. Помогите! Воу! Не могу пролезть. Быстрее! Иначе меня опять расплющат. Да блин, опять он... Как он долетает? А, блин, нет! С самого начала, собака. Поп-даун. Нет, я не обзываюсь, просто у него ник такой, действительно. Поп-даун.
Окей. Окей. А я что-то третьего не вижу. Он что, вышел, что ли? Он пытается, окей. Могу есть. Так. А вот здесь теперь нужно уворачиваться. Уворачиваться, слышь, что? Нет. Нет. Ты злой. Хуанка. Какой-то ник у него, Хуанка. Наверное, Хуан Карлос какой-то из Мексики, чел. И сейчас челик на танке, да? Меня сейчас расплющит. Хорош, пока пролетел. Сбей его, сбей на Казань, пожалуйста. Ладно, я теперь пробегу. Ой. Упал. Теперь надо выжить. Надеюсь, они оба на том чеке, и с той стороны сейчас никого не будет. Бежим, бежим, бежим. Стой! Блин, опять он... Собака! Нет! Есть! Вроде как увернулся. Да блин, нет! Нет! Да что? Опять перед чеком упал. Блин, чел, может попробуешь медленно? Зачем ты постоянно на бусте ездишь? Ну, это такой дружеский совет. Есть! Вроде размансил. Но если он сейчас упадет, он сейчас появится там. Поэтому надо что? Быстрее взять чек. Саня! Да. Рассказывай. Рассказать. Ну, расскажи впечатление о карте, в которую тебе, ну... Я не могу выбрать костюм. Я финишировал! Да! Класс. Классное чувство. Наконец-то я это сделал. Что такое? А, ну да. Все, погнали. Итак, вторая стенка на стенку. Гаснут огни. И мы отрываемся. Ого! Вперед. А что это было сейчас? Ну не забывайте, что он 400 какой-то уровень, поэтому а, там сейчас кто-то меня может скинуть. Сами скинули, да? Я промолчу. Ничего себе, ветряки! Ничего себе! Жестко, жестко. Зачем ты спойлернул Сане сейчас центр? Никто до финиша не доехал. А он прошел, да? Не, он тоже не прошел. Походу просто. Он сейчас со мной едет. Что ли? Ага. Ма, у него походу прокачанная машина. Да, да. Но это первая машина, изначальная. Потому что Ма у нас загоняется, конечно. Вы что, доехали до финиша? Вот это скилл, конечно. О! Ой, блин! Я еще не взял чек. То у тебя машина загорелась. Йо! Все, взорвался.
Я думал, даже до меня не доехал, взорвался. Ай-яй. Что это? Он уже финиш второй взял, второй чек. Чё-то я пошел нахер, по-моему, да? От сил ветряков умер. Саня, давай за мной, ты сможешь, Саня, давай, Саня, немного осталось, ты совсем чуть-чуть, давай, Саня, нет! Ай, ё-моё! Кто там? Нет! Кто это? Кто это в меня врезался? Я в тебя врезался. Не справился. Это кто там летает такой хороший? Это я такой хороший тоже тут летаю. В смысле в сторонке? Я по центру еду. Ну теперь я так понял, я в сторонке. Да. Ну да, вот теперь. Я намек твой понял, да. Окей. Улетел? Улетел? Да, он мне спихнул просто в сторону. Хочу передать привет Леониду Аркадовичу. Ему так как ты, блин? Привет. На его передачу в основном передают приветы, но не ему. А я на своей передаче передаю привет ему. Он, правда, не смотрит, но... Я сейчас добрый побуждение. Кто это назад летел сейчас? Нам в другую сторону, Саня! Ты чё? Ты чё? Север, юг, запад, восток перепутал? Я понял. Яндекс такси. Да, Яндекс навигатор с баса. Да? Спасибо. Спасибо. Да блин. А ты чё, нет что ли? Да. Спасибо. Я так классно ветряки размансил. Ну блин, ну что ты у меня встал по пути? На пути. Ветряки проехал? Ага. Нет! Чё такое? Улетел, я аж почти доехал до финиша. Да ё-моё. Нормально? Хорош. Эй, почему Саня на первом месте? Потому что он на первом месте. Только половина. Давай, выпрямляйся. Я не знаю, как это назвать, но это... Этот лайк тоже... Да нет! Эй! Этот сейв заслуживает лайка, я отвечаю. Это прям было очень круто. Не упал? Нет, не упал. И второй раз не упал. Потому что скиллер я. А вот сейчас по глупости упал. Вот по глупости реально упал! Нет, перед чеком, что? Ты бомбит уже, что ли? Не, я хорошо проехал. Гар. Проезжай быстрее. Ну как я проеду, ты там стоишь? Давай проезжай быстрее. Саня! Я отомщу за тебя. Я его догоню, отомщу за тебя. Вдвоём вылетели? Оу! Так спокойно разворачивайся. Вжу! Буф!